от электровелосипедов и мопедов до грузовиков на батарейках. На этой выставке в Лондоне собрали все самое лучшее и новое, что может предложить индустрия электрического транспорта. В числе участников даже британская полиция. Она демонстрирует свое последнее приобретение – Tesla Model 3. К 2027 году автопарк правоохранителей должен стать полностью электрическим. А этот автомобиль напоминает классический Citroën 2CV, который выпускали с 1948 по 1990 годы. Но здесь под капотом спрятан электромотор. Такая машина предназначена для поклонников стиля ретро. Рынок коммерческих электромобилей большой, но все они скучноваты, за исключением одного или двух. Это просто современные коробки с электрическими батареями, на которых просто едешь из пункта А в пункт Б. Поэтому я решил создать что-нибудь необычное, уникальное и привлекающее внимание. Электрический грузовичок будет стоить 46 тысяч евро. Главными покупателями, вероятно, станут предприятия, которые доставляют продукты. Автогигант Ford привез на выставку электрический Mustang Mach-E 2023 модельного года. Он развивает скорость 180 км в час и до сотни разгоняется за 5,5 секунд. Меняется мировоззрение компании, которой почти 120 лет. Эти автомобили очень хорошо сделаны, что характерно для Ford. И они экономичнее по сравнению с бензиновыми версиями. Так что минусов очень мало. Их, в общем-то, нет. На выставке также представлены новейшие станции зарядки электромобилей. А на одном стенде рекламирует себя компания по прокату машин с электромоторами. За аренду предусмотрена ежемесячная плата. Ее размер зависит от модели электрокара. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.